Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Wolfenstein New Order. Мы находимся на подлодке, на которую мы попали с помощью торпеды. Нас загрузили в торпеду, и мы под видом, собственно, взрывчатки пропутешествовали вовнутрь. Эту подлодку надо взять под свой контроль. В предыдущей серии, под конец, мы здесь навели шороху. Ну, как навели шороху? Действовали, в принципе, вполне себе тихо. Вот этот парень подтверждает мои слова. Видите, какой он уверенный. Ладно, хорошо. Двигаем дальше. Стараемся быть аккуратными. Вроде как никто пока не ходит. Что это? Аптечка. Это нам пригодится. На самом деле, объем того пепца, который здесь происходит, уже давно перешел все мыслимые грани. Это хорошо, потому что игра, она по-хорошему безумная. Нам тут приходилось заниматься таким количеством разных вообще безумных вещей, что на общем фоне путешествие в торпеде на подлодку выглядит уже вполне так окей. Ничего из ряда вон. Здравствуйте. Заметил, нет? Я же стреляю, блин. Ну, раз пошла такая движуха, то... Так, парень скрылся. Странно, как ты, парень, умер. Я тебя прострелил. Коленку два раза. Руки. Так, а что у нас здесь? Я так понимаю, можно было вообще отсюда пройти без палева. Это так же веселее. Так, спокойно, спокойно. Да что ж ты так дергаешься, так припадочно? Да ты посмотри вообще. О, господи, ты только меня вот не беси сейчас, пожалуйста. Потому что иначе следующий фашист умрет особо плохой смертью. Так, хорошо, наконец-то. Сколько же можно? Нет, здесь у нас просто ништяки лежат в промышленных масштабах. Это хорошо. Это мы любим. Мне до сих пор никто не объяснил в комментариях. Прицел. Ух ты, даже так. Эта пушка, я думаю, под конец игры будет реально чем-то диким вообще совершенно. Никто мне не объяснил, куда он надевает вот по 3-4 каски за раз. Любопытно очень мне. Ладно, этой пушкой мы еще напользуемся. Пока что меня что-то вот просто дико доставляет автомат. Очень хорошо стреляет. Баллистика в игре вообще приятно. Еще одну каску наденем. Голов-то у нас много. Что? Нет. Проконтролируем на всякий, мало ли, а то притворяется еще. Я представляю, как тут спать и биться головой все время об эти трубы. Блин, о чем я думаю вообще? Еще, хорошо. Особо не спешим. Никуда нафиг не убежит от нас никто. Как говорится, куда-то нафиг денешься с подводной лодки. У них у всех такие еще, как это говорят, плавательные костюмы. Даже не знаю, может порымбовать маленько. А то что-то я особо этим не занимаюсь. Ого, неплохо. Тут вообще кто-то богатый жил, смотри, у него сейф тут стоял. Нифига себе. Еще аптечку за ним прятал. Парень думал, не пропадет. А вот оно как вышло. Антох, что ж ты глупости ты говоришь? Что это? Ну, спасибо. Это что, реактор, что ли? Или что это такое? Ого. Нифига себе, я бы сказал. Что-то мне подсказывает, что сзади туда я в итоге встречу ребят, которые убегут из этих лазов. Вот. А, я понял. Ага,
Так, что-то дела не очень хорошо, на самом-то деле. Давайте зашлем ему такой подарок. Минус. Разлета практически нет, так что... В принципе... Если нравится, можете пользоваться. Так, хорошо. Маленько отдохнуть. Вот эта штука мне очень напоминает начало рейдж. Помните, там такие же капсулы были? Мы приходили в одну из них в себя. Там, блин. Оп, тихо. Что-то я не досмотрел. Ну что, давайте творить страшные дела этой пушкой. Окей. Она вообще что-то какая-то ненормальная уже стала. Пипец просто. Ну, хорошо. Еще почаще тут. С прицелом, я так понимаю, намного эффективнее. Там сразу по 3-4 выстрела летит. Вах, кишки. Ты посмотри на этот коридор, это же... Это же именно то, что нужно. Тут тоже набрызгано. Давай, Вась, познакомлю тебя с твоими кишками. Так. А, постоянно на тройку почему-то. Короче, этот коридор, он такой. Так, все. Все перехотели резко. Ну как резко перехотели? Тут кишки лежат. Того, кто хотел. Любопытно тут у вас. О, тут, похоже, офицерские покои. Ну, капитанские, в смысле. Блин, спешу. Без прицела. Пипец, пацан меня срисовал, по-моему. Ну и ладно. Тоже неплохо. Так, а у меня не хватит же, да? Спокойно. Без нас. Вау, вау. Ребята, у вас тут довольно много. Спокойно, спокойно. Что-то вы реально какие-то конченые там все. Вот эти ребята у меня реально вызывают серьезный когнитивный диссонанс. Рванул, нет? Нет. Ну хоть так. Так, там сверху еще ребятки. Еще где-то есть. Да блин. Что-то уже все внимательность на нуле. Ну, как обычно. О,
Пока что сравнительно тихо. Это у вас кубрик практически. Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, что-то нехорошее сюда сейчас придет. Или уже пришло. Да ему вообще плевать. О, черт. О, черт. О, блин, все плохо. Да давай чем-нибудь, ну что ж ты делаешь? О, нет. Хватай оружие, блин, почему он не убирается? А, черт, не хана, короче. Пока раздуплится этот дробовик. Дохнет. Чуть себя не посекло. Так, ну, ребятки, тут-то я уже смогу продержаться, я думаю. Фух, чуть не снесли, блин. Реально, с управлением какие-то затупки были. Я нажимаю выбрать дробовик, он не выбирается. Держки. Твою мать, откуда ты взялся? Быстрее, родной, быстрее. Так, ладно, живой пока. Давай еще попытаемся. Я бы, конечно, сделал то, что требуется, но я не уверен, что сейчас для этого время. Ну, ладно, давай. Все, или еще? Нет. Еще пока нет. Чуть не родил по дороге. Ну давай. Cats in the bag. Bags in the river. Way to go, Captain! We are airborne. Please keep this channel open so we can home in on your signal. Hey, Captain! You've hijacked the Eva's Hammer, the mightiest U-boat in the whole gosh darn Nazi fleet! Best of all, I'll tell you what, there is a nuclear cannon on this vessel! A darn nuclear cannon! Had integrity, this guy. The U-boat captain paraded to his death rather than surrender his vessel. Took the decryption keys to the nuclear cannon with him. Won't fire? Normal shells, yes, but not the nuclear warheads. Why don't you talk to us, Captain U-boat? Why so dead? With those keys, we could just sail right up to Death's Head, obliterate the whole compound, end them once and for all. So, let's get decryption keys. Here's the problem. There are no actual nuclear decryption keys on planet Earth. They're stored at the Nazi lunar base. Да ты чё, не гони. Must learn them by heart. The lunar base is as secure a facility as the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. I'll go to the moon. Never been. Caroline and I, you're putting together a plan back at HQ. Inderlich, we are here. Просто нет слов, что на Луну полетим. Веками? Откуда? Откуда такие технологии вообще? Это прям как в этом Assassin's Creed. Мистер Баскович, пожалуйста, take us inside. Я просто честно в шоке вообще. Игра не перестает выносить мозг. Waited for this moment. There was many among us who wanted to even the balance of the war. But things happened fast. Our gatekeepers were murdered and some were exiled. Some succeeded.
We have begun to transfer much knowledge to the governments who fought the Nazis, and there was hope. For a time, there was hope, till the Nazis dropped the atom bomb. Well, there was no hope then. I remember when the Das Yuchid would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open, but now, I think we may be the last to visit. Here we are. But let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meister, just step inside. What did you say? There's a transition chamber. The main hall. Did you say warning something? Yeah, warning, schmorning. The instructions are old and faded. Let's go. This we use to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let me... Ну, вообще идеально просто. Хорошо, как скажешь. Инструкции, говорит, выцвели. Офигеть вообще. Electromagnetic fields. Yes. Okay, are you ready, Ingele? One, no, two, three, go! Вот это охереть технологии. Oh, yes. Oh, yes. Mr. Blaskovich, show me your laser weapon, please. Вот оно. There. This is Das Yuchid prism to make your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work to get this thing going. How is this possible? This is an ancient place. One of many, the Das Yuchid. It built places like this before mankind knew of the compass, you know? When you have clarity of purpose, when you have people to share your cause, anything is possible. You understand me? Просто не Hit the coils with your laser! Да сейчас, погоди, я посмотрю вообще, мне как-то поглазеть охота прям. Так, катушки. Что за катушки? Именно из лазера? Давайте тогда отойдем, что ли? И с помощью прицела как-то. Туда наверх? Я не совсем понял. У меня прицел куда-то подевался еще. Ага, понял, все, хорошо. У меня запас стыкает энергии. По-хорошему надо бы экономить. Спасибо. Ну, and now we ascend. Take us up, Shimshin. Shiva, 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 Shiva
Ело що вони повні. Офігеть вообще. Шлейх, Сетват, шлейх. Ну, Інгеле? Tell me, Сетват is not a genius. Gentlemen, this is it. Go ahead, look around. Anything that is useful to you, you may take. Just remember, you are in a sacred space. Просто нет слов. Caroline, come in, Caroline. You made it. Что это такое? Золотой ночной горшок пригодится. Корона. Не знаю, нужно ли мне хватать вообще. What? Как это? Так, давайте потрогаем. Я не совсем понял, что в итоге это такое. Мне кажется, из этого всего мы соберем убер-пушку какую-то. Ну-ка. Так, тоже не то. Мне почему-то кажется, что нужно сначала одну деталь, и если она не оттолкнется обратно, вот так вот, как они делают сейчас, то потом уже по очереди нужно выстроить комбинацию. Вот, хорошо, первая готова. Далее. Нет, отнюдь. Блин, ну мы это так долго будем делать. Теперь мне уже принципиально интересно, что же это в итоге мне даст. Так, я, пожалуй, на клавомышь перейду, потому что так будет быстрее. Здесь, может, где-то нарисован какой-нибудь... Что-то не похоже. Вот, уже два. Так, они прямо напротив друг друга. Теперь еще не то, что давеча. Ну, вариантов больше нет, да? Если бы я хоть что-то еще понимал в том, что я сейчас делаю. Так, карта дополнена, ну, ладно. Вау, это что? Что это? Лазеркрафт. Реактор. Ну-ка, давай почитаем. Снабжен портативным реактором, который постепенно... Ага. Во, вот это реально круто. Шарообъект? Не знаю, может он где-то здесь? Или может один из этих? Сомневаюсь. Все, понял. Не кипятись. Как обезьяна с гранатой. I read you, Caroline. They have a lead on Sir's decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. The intercepts a troop transport train, locates a chief research scientist, steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. Hey, when you say intercept the high-speed Nazi troop transport train, how do we do that? Best side will be the Gibraltar Bridge. Geez, and how do we stop the train? Set. Any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where, in English, you can call it... I mean, how's that? Spindly talk. You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent.
east right away. That third train is en route. Wow. You may want this for yourself, Captain Blazkowicz, but I'm planning. Хочу, дайте, пожалуйста. Кстати, да, Caroline инвалид, лучше ей. Я так не мог справлять. Используешь шпиндель вращения? Ну, понеслась. Охренеть просто. Просто нет слов вообще. Игра такая в хорошем смысле трешатина, что просто. Ну, перец, как обычно, придется издалека, да? Ладно, с Богом. О, жесть. William, in accordance with protocol, Beth's Hetz chief research scientist will be wearing an all-white uniform. All right, Blazkowicz, find the Nazi with a white uniform and steal his identification papers. That's your ticket to the lunar base. He will be in one of the train cars there. Хорошо, понял. Так, будем искать проход. Либо где-то здесь, либо я чего-то не понял. Видимо, вот так, да? Автомат, ракетомет. Так, что это? Нажмите С, чтобы переключиться. Хорошо. И теперь, я думаю, он какой-то тяжеловатый стал такой. Грузный, реально. Не знаю, эта игра продолжает просто рвать. Вообще все. Так, и что? Я только ради этого сюда поднимался. Вот гранатки еще. Воды, хорошо. Наверняка же что-нибудь еще прикольное есть. Сейчас я смотрю, а потом пойдем уже дальше. Так, ладно, теперь давайте думать, как нам отсюда выбраться. Вот отсюда мы проникли, и, видимо, вот отсюда же мы... не знаю, я уже что-то начинаю сомневаться, что это хорошая идея. Так, ну, ладно. Пойдем тогда отсюда. Что-то не очень хорошее тут произошло только что. Оп, ни хрена себе. Слушай, а ракетница-то работает. Замечательно, по-моему. Так, не сюда. Здесь то же самое, что было в лондонской Наутике. Черт его поймет, куда идти. Постоянно ногу сломишь просто. Так, ну давай, ну что ж, я сейчас упаду. О, дневник Рамона. January 5th, 1942. The Nazi appears to have poor reaction time. I learned this as I ran him over at the red light. I don't know what came over me. It was the middle of the day and people were looking. I drove away as fast as I could. I have to reduce the rate of my attacks or they will catch me. Рамона, ты даешь. Ибо нехрен. Так, блин, я хочу взять ту штуку, но я не могу сюда запрыгнуть. Это смешно же просто, ну. Ой, ладно. Просто смешно. Вот эти вот канделяне туда-сюда, это, конечно, не круто. Реально, говорю, вообще непонятно, куда идти. И полетел.
Да, еще глупее сдохнуть, по-моему, никак. Короче говоря, помните, в лондонской Наутике там все было завалено, и абсолютно было в этих заваленных не видно, куда идти. Постоянно было как-то все... Не знаю, тут, короче, так же. Ибо нехер. Я там, по-моему, панцерхаунд слышу. Ну да. А вот это уже довольно проблемно. Так, что это? Сахара превращается в зеленый рай. Но видите, как бы там ни было, в итоге эти товарищи занимаются территорией. Правда, территория резко стала не для всех. Народ внезапно поделился на правильных и неправильных. Так, доползи, ты уже болезный. Посыпал тут всякого. Да хватает уже. Такая проблема тут передвигаться, это просто пипец. Лежать. Только вертолета мне не хватало. Так, я надеюсь, окна выдержат. Это прям даблдекер какой-то. Так, тут никого. Пипец. Ты посмотри на это дерьмо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, ну, как-то так. Ничего особо примечательного, я бы сказал. Тут может что-то быть. Да. July 9th, 1943. The Nazi appears to be made of bacon. I learned this as 9 of them burned alive inside a late night establishment. A lot can be accomplished with padlocks and gasoline. Father could smell the gasoline on my coat. I lied to him. He mustn't know what I have done. He's Короче, баба просто огонь. Блин, тут вот такое вот количество деталей, все хоть осматривать. Но если я буду все осматривать, то вы скажете, блин, зануда стоит на одном месте по пять минут. Поэтому приходится ломиться. Последний был лишним. Какая у тебя крепкая голова. Так, надо присесть, иначе не будет ничего хорошего. С такого расстояния разлет, конечно, эпичный. Ну да ладно. Все. В конце-то концов. Ё-моё. Давайте сходим на второй этаж. Потому что не дают мне все осмотреть. Целый барабан. Неплохо придумано, по-моему. Тут была снайперка, но кто же знал. Да хватает уже, ну что за проблема? Я же не уйду без этих 10 патронов. А так себе потрепало. Да перелезь туда. Так, тут ничего.
Не думаю, что мне стоит с собой это таскать, учитывая, что здесь постоянно скакать нужно. Аки горный баран. Ну, пока походим. Мне больше тот роторный гатлинг нравился, пулемет тоже крупный такой. Ну, это тоже неплохо. Это поточнее. Каску, пожалуйста, возьмите. Chief research scientist bound. Well, I'm coming for you. Nazi fucking spaceman. Вилли такой Вилли. Так, есть подозрение, что нам куда-то вон туда. Давайте как минимум спустимся. Потому что отсюда мы что-то по-любому не забираемся. Что? Пипец, шарик, конечно, творил дел. Нет, очевидно, нет. Хорошо, но там же что-то интересное. Ну, не знаю. Давайте, что ли. Только не говорите, что все это время я мог идти понизу, без каких-либо особых проблем. Ну, тут, конечно, выглядит все довольно-таки развалисто. Смысл мне туда-назад идти, я пока что не вижу. Так, вот, собственно, сам поезд. Это у нас, похоже, был альтернативный путь, который я даже не видел среди этого бардака. Ладно, теперь будем смотреть, как же нам, собственно, отсюда пробираться. Видимо, с той стороны, потому что я там тоже видел какую-то развалившуюся инсталляцию. Нет? Да? Возможно, да. А может быть и нет. Да, походу, что нет. Блин, на той стороне моста. Мне нужно как-то перебраться сюда, похоже. Таким макаром мы пройдем, а чтобы сюда перебраться, мне нужно... Ага. Ага, вот оно что. Хорошо. Я только надеюсь, что я смогу сейчас обратно выбраться вот этим вот. Да что ж ты делаешь, Вильям? Я застрял, короче, походу. Но ни в какую вообще не хочет выбраться. Короче говоря, знаете что, давайте на этом, наверное, эту серию прекратим. Следующую уже пойдем дальше по этому мосту. Мне сейчас нужно хотя бы... Что это было? Хотя бы немножко передохнуть, потому что я подустал. Ну, там, я не знаю, минут 20 перед тем, как буду записывать следующую серию. Пока что, я не знаю, игра, она просто вообще какая-то выворот мозга. Я это уже многократно говорил. И все это время пытаюсь выбраться. Но при этом... Она все больше и больше выносит мозг. И казалось бы, то, что происходило вот в сегодняшней серии, это уже там номинант на откровенную просто самую левую резьбу года. Но, походу, скоро мы полетим на Луну. Так что, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.